сто страшных дней и сто ночей. Во власти черных палачей. И от креста и до креста вся жизнь, как с чистого листа. До боли близкий и родной мальчишка просто рядовой. Не удалось его сломать, он отказался крестик снять, остался верным до конца, не снял тернового венца. Праздник Вознесения в висках стучала, как же мать, мама. Сегодня Женьке умирать за веру дедов и отцов, за вечный свет родных крестов. Россию не понять, сумел он смертью смерть попрать. Сумел он смерть попрать. Он сумел. Прости, Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Ангелина Слободчикова. Добрый день, дорогие телезрители. Рада приветствовать вас в этой студии. Ангелина, а почему вы выбрали вот именно эту песню, ну, на начало передачи? Мне бы очень хотелось в этой передаче рассказать о нашем творческом объединении, которое родилось по благословению епископа Назария при духовном окормлении иеромонаха Серафима. Творческое объединение с символическим названием «Зажги в себе свечу». Первое мероприятие по благословению епископа Назария посвящалось воину Евгению Родионову, его подвигу, его мужеству. И я, когда писала сценарий к этому мероприятию, родилась эта песня. Не может не потрясать подвиг этого мальчика, нашего Женечки, потому что
Ему было всего 18,5 лет, когда его взяли в плен. Ему предлагали жить. Надо было только отказаться от веры своих отцов и дедов. Но он выбрал смерть, потому что был верен вере дедов и отцов. 100 дней и 100 ночей его жестоко пытали. На нем был крест, который он никогда не снимал. Мучители не посмели его сами снять, пытаясь заставить, чтобы он это сделал сам. Под жуткими пытками он этого не сделал. Ему в день его рождения, которое пришлось в этот год на праздник Вознесения, отсекли голову. Но даже с мертвого они не посмели снять креста. Когда мама Евгения Родионова, Любовь Васильевна Родионова, нашла тело своего сына, она опознала его по этому кресту. Вечная память и низкий поклон нашим мальчикам, нашему Женечке, матерям, которые несут такой подвиг, вот как Любовь Васильевна Родионова. Пока есть, пока способна Россия рождать таких сыновей, она непобедима. Наши деды и отцы гнали врага и жертвовали жизнями своими для того, чтобы в храмах была молитва, для того, чтобы мы были свободными. Наши мальчики, внуки их, становятся в этот же строй, и когда приходит момент выбора, выбирают веру. Ну да, конечно, сейчас вот образ Евгения Родионова, он вообще нужен вот для нас, для наших и молодых людей, и в этой ситуации в нашей стране, когда вот кажется, что все нависло. Какие мы будем в таких обстоятельствах? Вот сможем ли мы эту веру сохранить, и как это сделал вот Евгений? Я лично на проповедях часто вспоминаю Евгения Родионова и говорю, что это же наш современник. Вот. А как мы живем? И как мы будем в трудных обстоятельствах? Сможем ли мы вот выбрать веру, да? Как вот сможем ли быть первыми христианами, да, как Господь завещал? Я очень часто задаю себе вот этот вопрос, и когда писала песню, когда пою, и вот я очень часто задаю себе вопрос, как бы я поступила в этой ситуации, если бы у меня стоял выбор. И я всегда честно отвечаю на этот вопрос. Я не знаю, как я поступила бы в этой ситуации. Но я очень бы хотела поступить именно так, как поступил Женя. Это заставляет вообще задуматься очень серьезно, у кого есть. А вы это показываете где-то, да? Молодежь это вообще видит, слышит? Да, наше творческое объединение работает с колледжами, университетами. Мы выезжаем. В прошлом году мы 3 концерта вот Евгению Родионову показали молодежи. В Морском техническом колледже выступали. О нем там ничего ребята не знали. А после нашего вот этого мероприятия они писали сочинение, в котором был задан вопрос герои нашего времени, кого вы знаете. И педагоги отметили, что 80% написали Евгения Родионова и что они хотят быть похожими на него. И это была большая для нас радость. Да. И мы поняли, что мы работаем не зря. В Белоруссии в прошлом году творческое объединение тоже дало очень много концертов. И по центрам, там, где реабилитационные центры, где люди зависимые, в молодежных организациях. Тоже, конечно, эту песню про Евгения Родионова, рассказ о нем. Везде стараемся нести, потому что это свет. А сейчас это вот в настоящий момент это все есть, да, существует да. Кнопка. То есть можно приглашать вас, да, куда-то? Да, мы с радостью приедем везде, приедем в любое место, где мы нужны. Мы с радостью отдадим то, что нам послал Господь, и будем бесконечно рады. Хорошо. Так что, я думаю, передачу слышит, может, вас пригласят, даст Бог. А что дальше у нас там по репертуару, по-вашему? Что, может, споете?
Я бы хотела спеть следующую песню, которую посвящаю подвигу псковских десантников. Мы все знаем, что в 2000 году 90 псковских десантников стали на пути 2500 бандитов. Им было предложено взять деньги, отойти в сторону. Ребята денег не взяли и стали насмерть. Из 90 десантников в живых осталось только 6. Подвиг, совершенный ребятами, заставляет склонить голову и сердце и порадоваться тому, что жива вера в сердцах молодого поколения. Поэтому я хочу посвятить эту песню ребятам. Нашего творческого объединения тоже было мероприятие, посвященное псковским десантникам. Мы приглашали одного из выживших ребят. Он рассказывал нам о тех, делился с нами мыслями, чувствами, которые его посещали там. Всем ребятам посвящается эта песня псковским десантникам. И предательства среди трусости и лжи существуют иные качества и высокие рубежи. Ах, ребятушки, вы ребятушки, не поправшие долг и честь, пересветушки и ослёбушки, в каждом веке, поверьте, есть. Поднималась шестая рота в свой последний победный бой. Открывали на небе ворота, принимая бессмертный строй. Ах, ребятушки, вы ребятушки, не поправшие долг и честь, пересветушки. В этом веке, поверьте, есть 90 псковских десантников стали против новой орды куликовских и невских ротников, пополняют они ряды. И невских ротников пополняют они ряды. Перед каждым склоняем головы, будет помнить Родина мать, как в любви своей признавались вы, как дошли за нее умирать. Ах, ребятушки, вы ребятушки, не поправшие долг и честь, пересветушки и ослёбушки, в этом веке, поверьте, есть пересветушки и ослёбушки. В каждом веке, поверьте, есть.
Я бы хотела добавить, что по неизреченно сложившимся обстоятельствам псковских десантников отпевали как раз в том храме, где много столетий назад отпевали воинов, павших на ледовом побоище. Это удивительная связь времен. Ну, в эту тему патриотические, я так понял, вот это в вашем объединении, как оно называется, творческое объединение? «Зажги в себе свечу». «Зажги в себе свечу». У нас патриотическое, творческое, православное объединение. Мы, конечно же, не проходим мимо подвигов, совершенных духом человеческим. Это вот псковские десантники, это Евгений Родионов, это Зоя Космодемьянская, это святые царственные мученики, мы тоже посвящали мероприятия, это Матрона Московская, это Александр Невский, это подвиг духа, подвиг веры. Можно, есть оружие молитвы, есть оружие, вот Господь ставит в разные условия человеческие души, и подвиг может проявляться по-разному. Но любой подвиг, совершенный человеческим духом, трогает нас, и мы посвящаем мероприятие святым и тем, кто себя в тяжелых обстоятельствах проявил, выбрав не хлеб, а веру. Вы ощущаете себя как миссию, да? Как вы там внутри себя в этом обществе? Я не могу сказать, что это миссия. Наверное, это просто потребность души, потому что, когда сталкиваешься с такими событиями, случаями, открываешь их для себя, оставаться равнодушным возможности нет. Душа рвется, она и плачет, и радуется. Рождаются стихи, рождаются песни, и хочется собраться всем вместе для того, чтобы почтить память героев, почтить память святых, вместе помолиться. И мы зажигаем свечи веры, надежды и любви. И после наших мероприятий всегда такое ощущение, что в этом мире становится немножко светлее. Потому что очень важно в этом мире зажечь свою свечу. А у вас самой откуда это, вот это начало? Любовь к родине, к патриотизму. Вот именно, и вот это направление, откуда оно? Я могу сказать, что все, что во мне есть хорошего, это все от Бога. Потому что только так. И если Господь это вложил в душу, вложил в мое сердце, я это имею. Если Он это во мне умножает в какой-то форме стихотворной, либо в форме мероприятия, которое я готовлю, я благодарю Его за это. И стараюсь приносить плоды. Спасибо, Господи. Но я не одна. У нас в творческом объединении еще у нас есть замечательный координатор Наталья Юдина, которая помощник большой во всем. И Сережа Слободчиков, муж. Вот, мы являемся членами оргкомитета втроем. А также члены Александра Невской песенной дружины всегда к нам проявляют большое внимание, подставляют свое плечо. Мы их благодарим. Это Антоний Галицкий, это отец Сергей Чинишвили, это Ольга Братчина. Бесконечно благодарны. И мы с ними одна команда. Мы же вышли из дружины. Я все время говорю, отец Сергий, мы вот так, это веточка, росли в дружине вот 5 лет. И теперь вот так, по милости Божией, по благословению, родилось еще одно творческое объединение. Спасибо, Господи. Я тоже спою, как, так сказать, в передаче положено мне петь одну песню. Ваши песни так согревают души. С радостью послушаю я думаю, все зрители также. Да. И будет солнце нам светить, и будет мир, и будет кровь. Когда мы сможем всех любить, далеких, близких и врагов. Прости меня, мой добрый друг, и я тебя простить готов. Тогда мы сможем всем вокруг дарить цветы души, любовь. Я, как и ты, в пути.
пути устал, ищу приют, где дым костров уходит в тихий мир Христа. Мне не понять других миров, мои родные голоса и звуки всех земных хоров восхвалят вместе небеса звучанием искренних даров, звучанием искренних даров. Господи, давно не исполнял. Но... Хорошая песня. Мне кажется, что я могу ее лучше исполнить всегда. Ну, как обычно. Знаем. Нет предела совершенству, отец Анатолий. Вот как раз вот последняя строчка этой песни, что мы должны то, что Господь нам дает таланты, отдавать Богу. Это дары. И дары приносить. Ведь Господь... Что ему, да, нужно? Только наше сердце, да, нашу искренность, нашу любовь. Вот. И мы стараемся возвращать. Как один мальчик спрашивает маму: мама, а почему Господь отдал нам сердце, а мы не хотим его обратно отдавать? Маленький мальчик спрашивает. Обычно дети такие вопросы задают. Ну, я думаю, вот в вашем случае вы делаете такую попытку как-то. Вот все, что вас волнует, все, что Господь дает, и вот дары, таланты, пытаетесь вернуть это еще, чтобы об этом и люди узнали. И, в общем, так, дарить себя, да, дарить себя людям. По воле Божьей. Это только по воле Божьей, потому что сама я ничего и дарить не смогла бы, и делать ничего не смогла бы, да и, наверное, даже и вдох и выдох не смогла бы сделать. А сейчас песня. Да, песня, которой хочется завершить нашу передачу, но предварить я хочу это буквально несколько фраз сказать, что наше творческое объединение собирается в Духовно-просветительском центре Александра Невской Лавры каждую пятницу, последнюю, каждого месяца. В 7 часов вечера. Вход свободный. Мы вас ждем. Приходите, зажгем вместе с вами свечи веры, надежды и любви. 8 января к нам из Луганска и Донбасса должны привезти 40 детишек, которые пострадали за время последних событий, которые остались без родителей. Мы хотим сделать для этих детишек сказку рождественскую. Поэтому приглашаем всех прийти, помочь нам в этом 8 января. А также с 10 часов утра до 10 часов вечера можно в Духовно-просветительский центр принести рождественские подарки или сладкие какие-то гостинцы с пометкой «Для детей Донбасса». Будем очень вам признательны за это. Спасибо. Песня. Песня. «Что такое Родина моя?» Подводя итог сегодняшним двум песням и сегодняшним словам. Родина моя, это Русь от края и до края, избранная Господом земля, скромная, великая, святая, храмы Божьи, церкви, купола, здесь все время теплится молитва. За Христа распятый ты была, здесь со злом идет святая битва. За Христа распятый ты была, здесь со злом идет святая битва.
тебя не страшно умирать. Честь, хвала, достоинство и слава, множится твоя святая рать. Славится великая держава, сколько воинов в твоем строю. Нам не счесть и мерой не измерить. Верю я, что души в раю, научивших нас любить и верить. Верю я, что души их в раю. Воспоем их в песнях и в сердцах, с ними нас соединит молитва. Русь стоит на дедах и отцах, за нее идет святая битва. За нее не страшно умирать. Честь, хвала, достоинство и слава, множится твоя святая рать. Славится великая держава, множится твоя святая рать. Славится великая держава. Так свети же, Родина моя, процветай от края и до края. Избранная Господом земля, скромная, великая, святая. Избранная Господом земля, вечная, великая, святая. Уже светится во веки веков вера наша православная и Русь святая. Прости, Господи. Дорогие мои, наша передача подошла к концу. С нами была Ангелина Слободчикова. Это половинка дуэта «Шаг в небо». Вот. Ну, до новых встреч. Поздравляем вас вместе с Ангелиной. С наступающим Рождеством. Божьей помощи всем и всего самого доброго. До свидания. До свидания.